Константин Петров – путешественник, член Русского географического общества. Побывал на полюсе холода, в одиночку проехал 26 тысяч километров. Решил выпустить фильм о своих приключениях. Сегодня же Константин со своим фильмом стал участником всероссийской акции «Ночь кино». Я стараюсь из всех своих путешествий привозить материала много, и видео, и фото. И, конечно же, важно не просто куда-то съездить, а важно еще поделиться эмоциями, какими-то знаниями, какими-то новыми моментами из жизни других людей. И это одна из целей моих путешествий. Ежегодная всероссийская акция приурочена ко Дню российского кино. Площадкой стал Брянский художественный музей. И это, скажем так, не случайно, потому что наш музей обладает уникальной коллекцией киноэскизов к отечественным фильмам, которые на сегодняшний день являются золотым фондом советского кино. «Малахитовый цветок», «12 стульев», «17 мгновений весны» и другие киноэскизы классики советского кино хранятся в коллекции музея. Хочется рассказывать об этом громче и как можно чаще, потому что то, что есть в нашем собрании, это действительно уникально. Вот я наверное сказала, что 148 произведений. Это было в 2016 году. В течение вечера авторы фильмов представили тизеры к своим работам. На этом связь музея и кино не заканчивается. В дальнейшем планируется устраивать киновечера, посвященные известным художественным фильмам и кинокартинам брянских режиссеров. Екатерина Пенько, Александр Власов, Брянск.